Алиэкспро. Сегодня я вам покажу несколько лайфхаков с клавиатурой в Ютубе. Ну, перейдем к первому лайфхаку. Так, перейдем к первому лайфхаку. Вот у нас есть видео. Если вы не дотягиваетесь до колонки, вот не дотягиваетесь, а вам нужно сделать звук, либо вам лень делать вот так вот мышкой, вот так вот, то можете сделать следующее. Берете, нажимаете на вот эти вот кнопки, стрелочки, и звук повышается и понижается. Если вы хотите повысить звук, нажимаете на стрелочку вверх, тогда звук повышается. Если хотите понизить на нижнюю, тогда звук понижается. Ну, вот такой вот прикольный лайфхак, я им иногда пользуюсь. Ну, переходим к следующему лайфхаку. Так, вот и следующий лайфхак. Лайфхак заключается, если вы не хотите, опять же, ленивые, вот так вот двигать, там все искать. Смотрите, берите вот эти, опять же, стрелочки, нажимайте. Если вы хотите отмотать назад, оно отматывает на 5 секунд, нажимайте на левую стрелочку. Вот, нажимаю. Ну, тут уже назад не отмотаешь, значит, нажимаю на правую, чтобы вперед на 5 секунд. Нажал, вот. Она перематывается. Да. Вот, перематывается назад. Вот, нажимаю на левую клавишу, и она перематывается на 5 секунд. Видите надпись? Нажимаю на правую клавишу, и она перематывается на 5 секунд вперед. Ну, лайфхак тоже прикольный, я им иногда пользуюсь. Если до мышки лень тянуться. Ну, переходим к следующему, третьему лайфхаку. Следующий лайфхак, третий, заключается в том, что если вы, опять же, не хотите издавать громких звуков, там мышкой кликать вот сюда, вот выходить, заходить, то для вас придумали... Я нашел этот лайфхак. Значит, нажимаете F английскую, и вы выходите в меню. Закрывай. Ну, нажимаете обратно F, и оно обратно становится большим. F – это сделать не полноэкранный режим и полноэкранный режим. Вот я нажимаю на F. Так, мы переходим к еще одному лайфхаку. Он, опять же, связан с перемоткой. Если нажать на русскую О или английскую J, то мы перемотаем на 10 секунд назад. Сейчас я перемотаю вперед. И вот, нажимаю J. 10 секунд. Нажимаю. 10 секунд. Как-то вот так вот сейчас сниму. Вот. Ну, вот такой лайфхак, недавно о нем узнал, тоже прикольный. Ну, переходим к следующему. Так, следующий лайфхак, я не уверен, что все его будут использовать, ведь все так знают, что если нажать пробел, то будет пауза или начнется, ну, выйдет из паузы. Ну, я еще недавно узнал, что если нажать на К, будет такая же история, английскую, и на русскую L, на вот эту вот. Вот я нажимаю только на К. Видите, слышите? Вот нажимаю на К. Вот, видите? Ну, вот такой вот лайфхак, это даже не лайфхак, кому он нужен, если все знают, что он пробил. Ну, просто... Я решил сюда добавить его. Переходим к следующему. Так, ну а следующий лайфхак опять связан со звуком.
Если вам срочно нужно сделать очень громкий звук, сейчас, вот, например, вот так, вот так. А нет. Но если, например, вам нужно срочно сделать тихий звук, очень срочно, вы берете, нажимаете на английскую M, вот на вот эту, или на мягкий знак русский, и вы делаете тихо, вот сразу, вот так, на 0% громкости. Или, если нажать второй раз, вы возвращаете на столько, на тот звук, который у вас до этого стоял. Вот, еще раз, M, английское, или русский мягкий знак. Вот, чтобы доказать, что это правда, возвращаю на 90. И всем привет. Есть звук? Нет звука. Ну, тоже прикольный такой лайфхак, но он не очень часто пригождается. Уже кончились лайфхаки, так что я буду заканчивать видеоролик. С вами был я, Алекс Про. Всем пока!